Мир всем, друзья! Сегодня мы сделаем с вами очень вкусный и полезный салат из дикоросов, в общем, дикорастущих трав и овощей. Сейчас у нас разгар июня. Пошла я нарвать травки для салата вечернего на ужин. Тут птички поют. Комарики тоже поют. Вот здесь много сурепки растет. Прочитала, она очень полезная. Но ее как бы заваривают, а не просто едят. То есть готовят отвары разные. Она снижает давление и так далее. Там много полезного. И все надо всегда согласовывать со здравым смыслом. Хотела нарвать подорожника возле старого дома. Вот в этом доме мы 5 зим прожили. Но что-то тут все не пройти. Не буду сюда соваться, пожалуй. Вот нашла наконец место, где много подорожника. И он более-менее чистый. Ну и здесь, конечно, маленько потоптанный. Но все дело в том, что где ходит, там он и растет. На то и название подорожник. Вот, а где не ходит, там и не найдешь его. Ну вот, идем дальше. Сейчас покажу мою любимую аллею тополиную. Хрен вырос посреди дороги. Вот она, аллейка моя. Не болеет, не. Здорово. Смешно. Я живу в деревне, и довольно сложно оказалось найти свежий, чистый дикорос и собрать на салат. Вот, сейчас вот хорошенький такой дуванчик нашла, соберу. Ну, еще прочитала, что в пищу годится именно красный клевер. То есть у нас много белого, он не идет. Вот такого белого. Только красный. В общем, ходила-ходила, вот насобирала я дикоросов. Одуванчик, клевер, подорожник. Зашла в огород и лука с сельдереем еще нарвала. А то что-то маловато дикоросов на салат. Ну, нарезала немного капусты, помидорчик один. И главное, мелко-мелко, ну, как можно мельче нарубить дикоросы. Добавила лук нарезанный, еще один помидор. Сейчас заправлю льняным маслом, посолю и все.